Здравствуйте, сегодня будет передача про iPad с первого поколения и про iPhone поколения четвертого, точнее iPhone 4. Вот это iPad с чехлом. Очень удобная вещь, очень удобный чехол. Может приходить в разные положения. В этом положении очень удобен для просмотра фотографий, в этом положении для игр. Теперь мы посмотрим, что у него в меню. Конечно же, есть App Store. Есть телевидение, есть iPod, есть фотографии, есть Mail, есть Safari. Выключается он долгим нажатием кнопки блокировки. Тут у него находится микрофон и вход для наушников. Тут у него вход для зарядки и для фоток USB. Сам iPad очень удобен, он очень удобен для просмотра видео. В него очень хорош для игр. Вы видите, как я уже закачал. App Store очень легкий. Ну, сейчас мы поговорим про iPhone 4. iPhone 4 тоже очень удобный. Благодаря iPhone 4 и его разработчикам на нем появился FaceTime и 5-мегапиксельная камера с передней стороны и задней. Как видите, дизайн iPhone 4 очень хороший. Сзади у него камера с фонарем. Обозначены все функции. На моем iPhone установлен jailbreak. Через jailbreak, точнее CDU, можно скачать InStylus, программу, которая качает бесплатные игры, платные игры бесплатно. Вот, видите, все игры я скачал бесплатно. Сам iPhone очень удобный, он очень компактный. По нему легко звонить, очень удобно слушать музыку, очень легко закачивать все игры. Очень хорошая камера, высокое качество. Советую вам покупать и iPad, и iPad первого, iPad и iPhone. Спасибо. До свидания. До следующего выпуска.